на конкурс. Дети читают стихи. София Машкарина 7 лет. Эдуард Успенский. Переводные картинки. Нравится Марине переводить картинки. Вот стоит ее горшок. На нем картинка, петушок. Вот она цветок взяла и на дверь перевела. Перевела картинки на мамины ботинки. Встал с постели старший брат. На нем картинка, виноград. На портфеле брюква, на фуражке клюква. Говорят соседи папе, а у вас грибы на шляпе. Сбоку садик на коне и лягушка на спине. Папа взял картинки и спрятал от Маринки. Подняла Маринка плач. Папа, миленький, не прячь, больше я не буду клеить их повсюду. И с тех пор порядок в доме, а грибы растут в альбоме.